А какой логикой руководствовались, когда назначали Досаева, если он ну, слабый менеджер? Тем более, что у него была куча должностей. И министр здравоохранения, и министр нацэкономики, зампремьер-министра, председатель Нацбанка. Смотрите, секрет казахской бюрократии – это быть посредственностями, не иметь политических амбиций, быть предсказуемыми и быть подконтрольными. Если вы обладаете всеми этими качествами и за время своей службы в казахской бюрократии успеваете себя запачкать и быть подконтрольными, аккорде и безопасными, то с большей вероятностью вы сможете продвинуться по карьерной лестнице и получить после определенных должностей в министерстве уже более, скажем так, прибыльную, лакомый кусок, как акимство города Алматы. Подписывайтесь на Айран. Ссылка в закрепленном комментарии под видео.